Че ты фулочку апнул, вар? Еще одна нужна. Конечно. Ну как я люблю такой трэш. Угу. Не спультит этого большого. Там, кстати, смешно, там на печать выкинули 3 челика, ров 93. Когда не из надо, 4, да? Из 4. Когда не надо, да? Ну да, тоже верно. Совпадение, совпадение. Бафнемся, покушаем. Ну, короче, да, вниз прыгаем, с левого пака начнем. Рыбу поставим. Кстати, рыба. ДКшник написал, много работы, сам не хочет в Кавгильде висеть. Ну вот, блядь, мое уважение к человеку. Какой ДК? Все бы такими были. Да вот Ливнул, который. Кто там Ливнул? А, ну, неплохо вроде был. Ну, он сам он написал, тут дохуя работы. И Ма сейчас жмем. Есть. Ну ебать, они завзрывали нахуй рейд. Има-то есть, но, блядь, дамаг пизда. Что это было, нахуй? Два мага, два взрыва. Сейчас. Вихрь, стрелы. Вихрь. Пиздец. Там еще кольцо льда дамажит на 11 тысяч, на. Да, это жестко. Рыба стоит еще. А, оверкил 2000. Ну, против приступов был, я не обратил внимания. Говорят, можно магов станить, и они не будут прыгать. Ну, у нас массовые станы, это чё? Только точечные. Гнев небесный их не проходит. Вроде бы. Погнали. Да, дохилить бы людей и погнали. Я ауру третью освободил. Нету ИМА. Без ИМА получилось лучше, чем с. Так, вот сейчас надо будет нажать. А с чего ты взял, что гнев небес работает? Если он работает на нежити. Я сказал, не работает вообще-то. Не удобнячок. Эма, у меня в кармане аура, никто не забрал. Ну, короче, кто хочет жить, просто уходит в сторону. Я вышел. Сейчас еще раз снова кастанет и пизда. Вот, повезло. Да. Маг ближнего боя. С одной пиздюли до свидания сделал. Скорость каста повесила, все нормально. Чисто жезлом тебе в печень. Ну. Наверное. Проковырял. Ну, увы, пульнули. Асус спидран.
Никого не жив. Ну, главное, потом не АФКшим, как к другому мобу идем, потому что кинет через босса, если вас притянет. АФКшим. Повторится прошлой КД, да? Ну, там тогда прилетел Хант, он не спулил, а потом... А прилетел его пэт, да. Пришел за ним, блядь, фальяжным шагом. Ну давайте, догоняйте, а? Повезло. Нормально полетел. Пулит не танка, нет, но ну, бывает. Я специально там вот не жал. Оп-оп. Не убивать. Там уже раскол на тебя сакали, подготавливали к пенетрации, блядь. Давайте встаем. Убав, да? Так, ты 6 я нахуй снял. Чтобы не было рандомных появлений под боссом и летящей молнии, которые не остановить, блядь. Мы смотрим за таймингом появления споры, все ДД, не ждем анонса, блядь, скоро споры. Вы стопаете свои АУЕ доты там заранее, чтобы они не обновились. Бьете точечно. Появилась спора, дальше можете там 10-15 секунд кливать. Чекнуть. Просто топ урон получает ГП, если умирает спора там. Клиф, не успели, не ебет. Упираться не будем. Даю отсчет. Крестиком из рейда назад выбегаем. Не в бок, а сразу назад. Рейд раньше времени не дергается. Только от сокрушения. Скоро спора, все, одну дал анонс, дальше смотрим сами. Да. Кто там вот стоять не хилится? Придру ребафните. Себя охоты почаще, чтобы мана регенерировала. Просто тебя. И все. Идет Мелизону. Можно отводить босс. Кливы. Вон. Блять. Т.
Там еще второй ползет на то же место. Стой там пока. Не к вам идут. Нет, не идут. Так, сорони твой враг 30 секунд еще. Ебаный хуй. Просто отверни, чтобы мили как-то не было. Ворон, выйти. Лива Миликов. Скоро сранит его. Давайте подамажьте чуть-чуть, только не убейте спору. Собирается сранит его. Вернуть босса на мне. Кера для танка. Шафран. Дайте там мут вот этому молодому человеку тут, а? Я еще себя слышу. Барон. Да, вы бегаете раньше времени. Да, именно. А, ну да. Хуишка. Так, там надо запустить нам помощника сейчас. Типа на тебе на мене, правильно? Дживс кому нужен? Надо за СПД с сапогами ходить с Толгорода, а не вот эти одевать. О. Снайпер, тебе мэль? Да, у кого я себя слышу? Нафига они тебе? Сейчас же палка упадет, может, нормально. Ты сейчас... Ерундой палка, если упадет, я заберу ее. А кто это я? Горис. Да. Либо Винстон, там Винстон, я не знаю, есть она, нет. А что, ни у кого нет палки, это что? Видимо, нет. А что, ну достань ее из жопы. Дай мне ее. Будет. Ах, ты в рейд пришел тогда без палки. Кинь мне палку. Становись, кину. Твоя палка ничто. Не суди. Такой еще звук такой звонкий, прям. Ты там есть сумон уже? Угу. Олеся, как на транс забрать? Короче. Ты, слышишь, просто тебя перебью. Может, тебе с ТГшечку сбегаем? Вас там. Ну, время. Я подумал. Забирать. Мне надо будет там 10 минут отойти. Да где-то. Если проблема. Начнешь собирать, я могу. Того этой пачки быстренько. Бисовые тапки. Я никого заставлять не буду. Так, короче, заходит Шафран. Никому не надо?
Видимо, нет. Не заходит демон. Остальные все 9 РДД заходят. Позиционки напоминать не буду, кто где. На какой РНЖ. Все заходят, кроме демона. Десятый хил. Чё, кей, летс гоу? Сейчас. Так, там печенька вроде сбивается, по-моему. Да. Вот. Чек. Я думаю, вот прямо сейчас надо нам, да? Дайте дживса кто-то. Поломанный уже наполовину почти. Ну, нормально. Все, все готовы, пошли, лужи прошли. Вот тут у нас впереди будет пропустить. Перед порталами ачивка, проходовый сову, там магов. Отлично. Каст. Да, блять, ну... Сзади. Два еще моба вылазят. Ну кто там? Миловидная. Почему он идет туда, блять? Вот этому второму сбить сейчас, наверное. Бля, хватит их рожать там, а? В РДД, отойдите оттуда. Кто там? Только танки под ними. Тяжелая за боссом. Тут добили и туда. Напоминаю, танки там, милики ходят с РДД кимпом, чтобы связка была рядом. Вот, как сейчас. Теневой барьер 20 секунд. Вроде как. Здесь. Лучи, не умираем. Яд диспелен. Блять, ну ты чё, только не в луч. Сука. Зашли. Заебись, сова, прям перед еблом хила портал 3, да? Ага. Метка стоит для хила. Ну вот в метке. Хорош, блять. Можно будут люди стоять не около входа к мозгу, а бить щупальца? А кто стоит? Назови мне них. Я не видела, кто на задние щупальца била, я и еще чувак пробегал. Я пробегал с правой стороны. Ну... Вы че, блядь? Все бьют, идут. 10 секунд, 13. Подходим потихоньку к порталам. На 5-й секунде доты обновляем. Вышли. Те же самые места. Запоминаем, где стояли. 20 секунд барьеры. Связку одну надо будет снести. Разлагающую за босс. Улучшающая. Убить вот это. Если чё, кого хватает, вы также можете бить его. Зашли.
Не, в фере, секунду. Ворона, ворона, держи. Гимн хп там, да, если не достаешь. Ворон может ДПС стопнуть, если умираешь. Именно. Не подходи. Да, блять, я встань, сука. Так, тяжелая щупальца 90 у нас. Все бьем пока. Просто бейте. Да, все бьем, умирает нормально. 10%, 5%. Все, убили, то все, вышли. Гира сразу. Блять, я нажал, она КД была, да? Сюк дашь. Пиздец. Нажми. Ну, сейчас без лучше, пойдем. Ага. Гейма, блядь. Не... Настя никого не раскидала, а сами не могут додуматься, да? Охуенно платит. На рев надо ИМА жать. У кого сейчас стоит спас вас, ты потом еще раз жмешь под рев. Дальше Занка. Потом Летний Дух. Сейчас будет 2 секунды кас. Жми ИМА. Дальше 3 твои. От этой хуйни отворачиваемся. Под боссом не держим мобов. Они хилят. Отдать ауру, забрать ауру. Не вижу кастауры, блядь. Я отдал. Ну, кого я назвал вторым? Занка. Ну? Будет рев. Каст ИМА. Пизда, нахуй. Жесть. Редвар, ГП. Вот эти умирающие от взгляда ГП. Долбят стоят босса, нахуй. ЦТ, рез и хейта. Рёв. Будет ИМА, нет? ГП тоже, нахуй. Ну, чем сражил Шилдмейден на меня следом. Возьми Настю, пожалуйста, рейд. Ой, блядь. Сука, не первый раз уже сюда ходим. Ребят, ну, серьезно, с нами должны уже знать, между собой общаться как-то. Она освобожденно стояла. Ну хуёво было слышно, да, когда я ники называл, кто какой жмет. И еще раз повторил потом. И еще раз назвал каст. Когда он начинался перед ним. Переснимите, пожалуйста. Тот же самый порядок сейчас. Хулипал и два ретрика. Короче, Настя, ты тут? Не будем мы крутить рулетку. Иди, Занка, покури. Последи, как дают паладина ИМА. Стоп, а чё Занка? Он умер, типа, на боссе? Нет. А чё у него, сколько? 2000 ДПС или у меня баг? Я тоже показываю, что у него 2000 ДПС. Угу. Лям только нанес. 6, он меньше меня. 2400. 3000 вижу. 6. В Йоксарона 400 тысяч. Это с рыбкой полетели. А сколько боссов с нами был? Называется «Учимся играть». Знаем вместе класса. Тир 2 гильдии. Ну-ну.
не додать. Барон. Сейчас отходил на секунду. Все, пошли. Так, еще раз услышу оры, то, что у Хила заняли, блядь, портал. Не обижайтесь. Охуенно вам в лужах купаться, снайпер. Да, хуярь вторую лужу, молодец. Ебани ему 200 гп, пожалуйста. Но он в две лужи наступил и стоял. Как так? Двор снайпер. Без комментариев просто. Тяжелая с левой стороны. Учи. Собрались в кучу. Уже не должно быть следующего позже. 15 секунд портала. Лагающий там сзади перед лицом. А, нет, появилось еще одно. Ну, заходишь, ждешь, пока зайдет. Потом идешь в другой. А, ну и рядом. Десять секунд. Подходим к порталам. Обновляем дот. Выходим. Под геркой могли добить. Хорошо. Только... Ну, ёбнуть его быстрее. Сотнет кого-то. Все, его не рез. Да, еще раз под ней убил. Блять, жалко БР, лучи аккуратней. Ну, хейт. Помогите убейте, а то у меня лучше с мою сторону пойдет. Портал еще.
Да, с комнатами везет. Трепещите, смертные! Конец близок! Ебал. Тяжелый у нас. Топнули, не бьем мозг, 40%. Там вы добьете? Действительно, нет? Только начали. Просто настакиваем Т5 на мозгу, не бьем. Подбиваем чуть-чуть. Все, можете бить. Бьем. Винстона Бернс, пока я свободен. Он встанет. Он же вышел в МК. Дал Геру, не слакаем, пожалуйста, сыма. И отворачиваемся от рева взгляда. От рева отворачиваться не надо. Пока взгляду. Отворачиваемся на паладине, блять. Ну и без ИМА. Надо рез. Кто там есть ворон? Ретрика. Не ставят. Да подумал, блядь. Ну вставай. Ебаный в рот. Стрюмками взял. Охуенно. Да не, ну это полный пиздец, честно. Пойду я, короче, покурю, меня аж подбешивает нахуй. В чем проблема встать? Нажать ебучее МА, спасти танков. Кто ты нажал встать? Где ты? Вот ты умер один раз, блядь. Я не вижу, чтобы ты умер второй раз. Бля, чё, забаганный БР был или что? Ну, бывает. Да я знаю, что бывает. Сейчас встать не могу. Но я вижу 0 хп, а не 1. Ну это пиздец. Спасибо, что живой. Минута бьет. Вот паладин у нас еще один. Паладин. У меня осталось 3 минуты. Может на кого-то кинуть потом? Придумай сам, вот кому ты хочешь кинуть. Угадай, кто умрет. Я даже не знаю. Не хочу гадать, блядь. Можно Редвара? Можно шкаф ебануть. Не, ну просто 4 тика взгляда. Это... Смерть, блядь. Это пиздец. На милике, но. Сыма. Это неуважение. А что там по поясу, можно? Так, ну у нас сова тильтанула. Сова, давай быстрее там, блядь. Ходи.
хочу... Чё по поясу? Я ролю его. Какому поясу? Вспомнил, блядь. Я писал. Название пояса. Ага. Свезакса, который упал, 290, который никто больше не ролил. Питовый? Да. Это кто говорит? Застрал, лог. Он писал, что типа, ну, как за ноль заберет, типа, его все равно больше никто не ролил. Посмотреть по статам. Потому что у него духовой с утюга. И дух ему тоже не нужен. Ну, у тебя же на мейн. На мейн. Потому что демоны в дух собирают только долбоебы. Продолжим разговор. Почему я не отдам тебе без ГП? А теперь дай кинт у меня еще. Горис, ты тут? Если ты не дашь шансы, я дам тебе ГП. Все логично. Дали уже, дали. Горис. Брат, спаси нас. Все, он тут, проходим. Лужа проходит. Ну, блядь, да, залетай. Уж нам Кастауру давать там. Потом назад его возвращать. Хотя похуй, не надо. Без нее справимся. Не надо перебивать ее. Просто зайдешь и подумаешь. Может, кому флешку кинешь. Блять. У вас глаза там... где? В жопе, блять? Антимаг. Ну хули вы там прыгаете, нахуй? Два. Две подруги, блять. Ну не видно то, что рейд обходит, блять. А они в другую сторону там стоят, дергаются, блять. Две подружки побледнели. Вместе с лужей. Не, ну вынуждают пофлеймить, видимо. Кучно им, блядь. Что-то не хватает, кажется. А где он? Что-то не хватает, блядь. Хотя хп щупальца? Пока... Да, Ден, есть. Нету! Хп есть, его нету. Пиздец. Не проросла, блядь. Заморозки ебанули. Резко, нахуй. Несите эту шляпу. Ну я не знаю, что из этого выйдет. Будет она там баф давать, не будет. Порталы 5 секунд. Теневой барьер. Вылезла. За боссом. Только не сдохните там, пока оно машет, не подходите к нему. Если не машет, стоит в стане, подходите, бьете. Куй Геру. Я тебе потом Геру в Долоране выйду к Астану. Десять секунд. В
обновили дот. Вышли. Где она вылезла, блядь, кстати? Так, за спиной оба. Понятно. Лучи аккуратнее. Можно не спрыгнуть? Барьер 8 секунд. Red War Void Defender. Так, 40%, что там по тяжелому? У меня показывает цель мертва. 100%. Знаешь, кто стоит и не бьет щупальца? Что? Винстон. Тихо. Бейте тяжелое. Мы не бьем мозг. Чуть-чуть подбиваем до 35 и стопаем. Т5 обновили свое. Давайте быстрее в тяжелое, блядь. Нам 17 секунд. Так, 30, 20. Все, бьем. Быстрее, быстрее, быстрее. Не разряжайте, просто так переведите. Вафельница. Что вам сказать еще? А зачем заходить, если там 10% можно? Бить. Маленькие щупалки помогать. Ладно, забили. Следим за ИМА. Первый отдан. Так, сейчас 3 моба, 6 мобов. 6 моб выходит, вы идете бить милики лоу хпшного. Кроме аффикса. Так, летний дух забрал, вижу. Трех. Поворачиваемся, не получаем урон. Стой, моб. Добивайте пышно. Еще одного убейте, там найдите какого-то лоу хпшного и бейте босса. Бейте в один таргет, пожалуйста. Сало. Стре. Святая лес и демона. Чемилик, идите бейте еще мобов. Вон там в серединке один лоу хпшный, нижняя хп. Забирай на мне 55. Освободите его руку. Попадая. Весьма отпусти ауру. Отдал. Так, шилдмейдена прожался, шеве. После шеве, через 7 секунд дать ему зубы. Нет. Когда зубы? Купол есть туда поставить? Ты, я уже все отдавал, когда у нас не было. Половина, когда на том. Все, все, ладно. Надо каплю какую-то точно дать на шилдмейдена. Зубы 30. Рев. Добивайте босса. Квест пиздец. Герои, блядь. Палка.
палка, колоду садим на этот штык. А чё, этот сатирус вылетел, в кого мне осколки, да? Так он зайдет и получит, все равно, ты сможешь в него кинуть. Что насчет ТТГшки? Не, я точно минус. Еще отойти надо. Уинстон. Уинстон, ты палку забираешь же? Давай. Бля, дитла какая-то ёбнутая, она скидывается, да, тут что-то, почему-то. У меня она вообще последнюю неделю скидывается, КЗ, сам по себе. И главное, остается только мост, урон в мост. А в босс потом нет урона. Печально. До этого, когда вайпнулись, показывает. Чё за хуйня? Вроде обновлял последний раз где-то месяц-полтора назад. Видимо, зря обновил, да? Шилд Мейтен, тебе нужно сейчас?